Чем ты тут занимаешься? Я целую карасей. Ох, ничего себе карась. Хорошенький. Куда ты? Это что, у тебя ночная рыбалка, да? Да. Ничего себе, а что еще поймал? Ох ты! Дядюшка Амурушка. Амура поймал, ни хрена себе ты. Амуркен. На, пальчики нахуй. Нет, это совлапщука. Прощай палец. Эх, красавец, какой красавец. Так, переливается. Жалко жрать. Ну, придется, Серега. Человек-сикач. Человек-сикач. Долго выпендривался, эх. Будешь жрать. А, конечно. Иди нахрен, блин. Ну, моя морда-то. Скажи, бля, хвостом бы тебя шмякнуть в ответку. Сейчас будем жрать. Самый большой, кстати. Да. Так, ну что у нас в вечернем отлове? Все, да? Ну, на следующий раз тогда оставим. Ну, ни хрена, я только драться не надо, слушай. Ну, посмотри, может, правда, что-то оставить? Не, всех это. Зачем они? А что эти граси мешают? А, нафига не нужны, только сорная рыба. Толстолоб. Ну вот так коптим рыбку. Коптим, шеф? Коптим, что делать? Пятки какие-то есть. Пятки есть? Или пятка, или рыба. Покажешь, нет? А что, или нельзя? Разве будет видно? Ну, попробуем. Сейчас, подожди, не видно? Желтовато, мать. Ох. Не видно? Дай посмотреть. Да не увидишь. А, ничего не видно. Быть может позже. А запах-то, а? Вроде тот, что надо. Вот такая вот коптильная, профессиональная. Да, кстати, кто занимался ими, теперь уже не занимается. Я хотел заказать защиту все на машину, но ребятки больше не работают. Дорого слишком. Вот у нас рыбаха получилась. Это карасики маленькие. Это лося закоптили. А что у нас тут? Толстолобик. А где амур? Внизу, да? Амур вот. Это амур. Нет, это карась. Нет? Это карась. Он длинный-то. А, амур я вниз кинул. Он же здесь это. Угу. Я же помельче наверх, а покрупнее вниз. Можно, конечно, вытащить их, чтобы она остыла. Но что-то пальцы как-то жалко. Да не, пускай остынет.